Традиционная благотворительная акция «Мак Хэппи День» проходит во всех 660 российских ресторанах компании «Макдоналдс». Волгоград не стал исключением. Яркие выступления танцевальных коллективов и музыкальных исполнителей, творческие конкурсы для детей и многое другое. Лед приобрел такую твердую форму. Он, минуя жидкое состояние, сразу переходит в пар. Он заскрипел, а что же говорить наш лед? Ну да, он здоровый, это сушитель. Мне напоминает, наверное, пену от огнетушителя. Кстати, а можно ли таким паром тушить огонь, как вы думаете? Атмосфера праздника в ресторанах «Макдоналдс» царила весь день. Гости, а это в основном дети со своими родителями, были рады стать и талантливыми фокусниками, и анимашками из знаменитых мультфильмов, и даже проверить действие закона физики. Так «Мак Хэппи День», организатором которого традиционно выступила компания «Макдоналдс», показал, что помогать – это еще и весело. Напомним, что средства от проведения акции идут на поддержку семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. За 28 лет компания «Макдоналдс» передала более 680 миллионов рублей на благотворительные цели в России. В 1995 году компания стала инициатором создания благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда». И уже более 250 тысяч российских семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, получили поддержку. И, в свою очередь, фонд только в 2017 году передал более 73 миллионов рублей на благотворительные проекты. В акции «Мак Хэппи День» от компании «Макдоналдс» традиционно принимали участие известные люди Волгограда – блогеры, певцы и музыканты, которые уже не первый год активно поддерживают это мероприятие. Гости отметили важность благотворительной акции, ведь это так просто – помочь тому, кто нуждается, особенно если это касается здоровья детей. Любой посетитель может внести свой вклад в благое дело. Достаточно купить специальный стикер или картофель фри, либо картофель по-деревенски, и ты – участник акции, которая в нынешнем году особенная. Ведь с этого года картофель в ресторанах «Макдоналдс» наш, российский. За две недели проведения акции в нынешнем году собрано уже более 16 миллионов рублей. «Мак Хэппи День» объединил посетителей «Макдоналдс» в 120 городах России. И Волгоград – неизменный участник этой акции. Марина Зинченко, Татьяна Крючкова, Владимир Одинцов, телеканал «Волгоград-1».